У нас здесь керамическое производство, которое мы открыли в марте прошлого года. Мы производим ресторанную посуду, посуду и декор для дома и интерьерную керамику. Интерьерная керамика – это большие объекты, которые можно использовать для декора дома. Например, зеркала, лампы, бра, вазы и так далее. У нас здесь используются все техники производства керамики, которые можно использовать. Ручная лепка, гончарный круг, литье. И даже есть у нас такая уникальная штука, как 3D-принтер для глины. Почему Тбилиси, почему Грузия? Потому что Грузия – хорошее место для бизнеса и для керамического бизнеса в том числе. Здесь довольно низкие налоги, доступные материалы, которые можно закупать в Европе напрямую, и довольно дешевая рабочая сила. У нас есть изделия, которые похожи на камни, вулканы, пещеры, валуны, и мы идем все быстрее и быстрее в сторону природных форм. Я могу, конечно, сказать, что в будущем мы будем делать только интерьерную керамику и продавать ее по всему миру, и нам бы очень хотелось делать только это и не проводить никаких мастер-классов, отказаться от производства посуды и творить искусство. Но должно произойти что-то, чтобы только это начало кормить нас и наших сотрудников. А пока что это все очень далеко от реальности. Я думаю, что мы создаем довольно большое количество уникальных вещей, которые не делают, в принципе, нигде в мире. Например, мы печатаем керамические воронки на 3D-принтере, и мы пока что такие одни. И это интересно. У нас сочетание технологий и ручного труда, что тоже довольно-таки редкая история, потому что обычно керамисты делают либо только что-то руками, либо производят керамику на каких-то крупных заводах. Она серийная, она, как принято среди керамистов говорить, без души. А мы одновременно уважаем историю и смотрим в технологичное будущее.